Всем привет, вы на канале Old Penguin 2, и сегодня я вас научу актерскому мастерству. Сам я играл во многих ролях, когда играл, допустим, в школе там или вообще. И сегодня я покажу, как сыграть очень самую крутую роль, которую дают всем начинающим актерам, а именно роль куста. Итак, начнем же. Что нужно сделать, чтобы хорошо сыграть куст? Ну, во-первых, как хороший актер, надо всегда уметь работать с эмоциями. Это самое важное. Но мы сегодня разбираем, как играть куст и стать настоящим актерищем. Чтобы играть хорошо куст, надо сначала стать кустом. Вот я стал кустом. Как видите, я замечательно справляюсь со своей ролью. И вы тоже когда-нибудь так научитесь справляться со своей ролью. И сейчас я вам покажу на наглядном примере, как сыграть куст. Итак, приступаем к просмотру. Сегодня отличная погодка, чтобы заняться спортом. Ты не свин. Я здесь, пожалуй, постою и посмотрю на куст. Твоя иметь мясо? Мне так хочется обращаться к этому кусту и спрашивать, есть ли у него мясо. А я просто хожу, и я тоже. А я пойду поем. Так все-таки твоя иметь мясо? Тогда и разговаривать с тобой нечем. Моя пойдет поесть. Вот так и надо прекрасно играть куст, не обращая ни на что внимания. И всем спасибо за просмотр. И всем до свидания.